Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai Accent 2004 года выпуска. Двигатель 1.5 механика. Пробег на автомобиле 170 тысяч километров. Сегодня на этом автомобиле заменим бак абсорбера или абсорбер, как его еще называют. Не клапан, а именно бачок снизу для вентиляции бака, для отделения паров и для дальнейшего дожига в системе, что на него указало для замены. Автомобиль, когда пробка бака закручена полностью, при заправке начинаешь откручивать пробочку, а туда засасывает воздух, создается разрежение. От этого и двигатель бывает перебоить начинает, и щелчки сзади. Когда подъедешь, долго поездишь на автомобиле, подъезжаешь, где-то остановишься, глушишь, сзади щелканье идет такое неприятное. Ну и вот, маленько поработал автомобиль. Сейчас попробуем открутить пробку, будет у него вот эта затяжка воздуха или нет. Все указало на то, что нужно заменить абсорбер. Ну что, попробуем, двигатель не глушу. Вот. Идет засос воздуха. Это не пары выходят из бака, а наоборот тянет в бак. Буквально машина поработала минут 7. Сейчас заменим. Заменим и попробуем после этого, чтобы еще поработало и как будет бак открываться. Поднимаю автомобиль. Вот сзади получается со стороны заливной горловины закрыт вот этой крышкой наш абсорбер. Сейчас откручиваю болты, головка на 10, снимаем кожух. Открутились бы они, я так полагаю. О, здорово, один пошел. Коррозия болты побила шляпки. Хорошо, что резьба идет. Закручивать будем, смажем медной смазкой. Спереди здесь еще одна гайка и хомуты на шлангах.
Быстрее всего ломать придется. Так, посмотрел на новом, там болт просто в пластиковое гнездо встает. И все. Носики пластиковые, поэтому аккуратненько. Ну хотя старый, но и не нужен. Трубка одевается, все забито, и эти, а вот эти тоненькие трубочки продуваются. Толстая, я не знаю, что это толстая, но она забита. Снимаю этот болт сейчас, то есть эту гайку, чтобы кожух снять со старого адсорбера. Все, разбил я эту гайку, болтик остался, а гайка колом расколол. Поддеваю из защелок сзади сам адсорбер. Здесь вот они, две защелочки. Просто за них защелкивается, и все. Здесь, как я показывал, он фильтр черный-черный, весь забитый. Это вот новый адсорбер. Видно? Фильтр белый. Вот если посмотреть в дырочку. А болт вот сюда вставляется, и кожух держится, чтобы не болтался, не гремел. Сейчас ставлю болт, вставлю адсорбер на место. Адсорбер оригинальный. Номер его 31-420-25-00. Все, шланг поглубже одеваем. Он там хомутом никак не крепится.
резьбу в кузове смазал и болты тоже смазал. Одеваем на место хомуты. Ну и пробуем. Заводим. Поработать минут 10-15. Проверим. Проработала машина минут, наверное, 15. Пробую, выкручиваю. Вот и результат налицо. Вообще никакого шипа нету. Знаю, что многие на акцентах мучаются с такой бедой. На этом все. Замену адсорбера мы произвели. Всего вам доброго.